Доброго вам здоровья, дорогие мои зрители! Ну что, снимаю для вас долгожданную Армению. Поехали! Ручная работа, эксклюзивная модель. Каждая вещь является эксклюзивом. Итак, смотрим. Вот такой набор. Набор с лабрадором. Вот такие серьги с заниженным штифтом. Красота невероятная. И вот такие перевертыши, камешки. Вот так. Колечко. Шикарнейшая, просто шикарнейшая работа. Значит, все изделия у нас апробированы. И сейчас посмотрим, как это все будет на нашей модельке. Шикарнейший набор. Вот так выглядит. 17 грамм вес набора. Пока Надюшка его снимает, сейчас я вам расскажу. Значит, 17 размер колечка, серьги 11,1 грамма, 2 серьги. Стоимость набора 4250 рублей. Вот такой у нас роскошнейший набор с желтыми лабрадорами. Сейчас вот перевертыши у нас вот в сережечках. Вот такой. Такая красота. Следующий набор очень модный, очень современный, с карборундом. Вес всего набора 32 грамма. 18 размер колечка, серьги 17,5 грамм. Цена набора 8000 рублей. Молодежный набор 8000 рублей. Красота. Долгожданный виноградный халцедон. Этот набор хотели все. Вот такая проработка. Все изделия апробированы. Вес этого комплекта 36,5 грамм. Вес серег 19,6 грамма. Стоимость набора. Так, размер этого кольца 19. У меня наборов много. От 17,5 до 20,5, даже, по-моему, от 17-го, я и 17-й брала, до размера 25. Стоимость набора 10000 рублей. Роскошнейший набор, очень богатый, и вот так здорово смотрится, просто роскошный.
Следующий набор с плисовым малахитом. Небольшое объявление. Светлана с Украины, которая заказывала у меня набор с плисовым малахитом, с браслетом. Отпишитесь, пожалуйста, исчез ваш контакт при переносе с телефона на телефон. Итак, по данному плисовому комплекту. Вот такие грибочки. Вот такая проработка. Работа вот фантастическая, просто фантастическая. Вот так. Вес набора 22,5 грамма. Размер колечка 18. Серьги 13,5 грамм. Стоимость 5650 рублей. Невероятнейшая красота. Вот такие очень нежные. Плисовый малахит. И вот так, на пальчике. Следующий шикарнейший наш комплект. Это лазурит-афганец. Так, сейчас мы тут сережечки попробуем. Вот такие бабочки у нас. Красота. Невероятная. Вот так. 25,85 грамма весит весь комплект полностью. 20 размер колечка. Именно этот комплект. Серьги 12 грамм. Две серьги. Стоимость комплекта 6500 рублей. Фантастическая красота. Нереальные камни. И вот так это смотрится на ушках и на пальчике. Яркий, торжественный комплект. Повторюсь, стоимость комплекта с лазуритом 6500 рублей. Посмотрите, какая работа. Покажу близко. Вот так. Так, следующий комплект с черным агатом и синей шпинелью. Красота. Ну, ничего не буду говорить по поводу красоты. 43,2 грамма вес комплекта. 18 размер колечка. Колечко безразмерное. Хочу сказать, прошлые, значит, колечки, смотрите, вот колечко с лазуритом, тоже безразмерное. Ну, так, грибочки нет. Тут, по-моему, четко зафиксирован размер. В общем, и предыдущий лазурит, и черный агат идут безразмерные колечки. Посмотрите, обратная сторона, и вот такая выработка. 18 размер кольца изначально можно сделать и 18,5, наверное, я думаю, и 19 из этого, и уменьшить до 17. Серьги, внимание, 27 грамм весят 2 серьги по 13,5 грамм.
Стоимость комплекта 10 800 рублей. Вот так. Это все у нас выглядит. Следующий комплект с моховым агатом. Красота. Красота нереальная. Вот так. Ручная, полностью ручная работа. Вот так. С обратной стороны. Занижен штифт. И вот такие нереальные камни. Вес набора 40,5 грамм. 18,5 размер колечка. 24,9, почти 25 грамм весят серьги по 12,5 грамм. Стоимость набора 10 100 рублей. Ну, для этого комплекта, наверное, наша моделька немножечко чуть-чуть не доросла. Я имею в виду по возрасту, но на комплект просто роскошный. Роскошнейший. И тоже комплект у нас, колечко идет безразмерное. Хочу еще раз показать колечко с обратной стороны. Вот такая работа. Вот так выглядит с обратной стороны. Так, следующий роскошнейший комплект с перитом. Значит, вот такие, да, перит на листиках. Сейчас попробую его показать. Вот он. Вот. Красавчик. Вот. Перитовые листики и виноградинки. Вот так здорово это все получается. С обратной стороны покажу комплект. Проба стоит, клеймо. И вот так с обратной стороны все. 25,7 грамма вес, полный вес набора, 18 размер колечка, вес серёг 12,1 грамма, ну по 6 грамм на ушко. Думаю, это не очень много. Напоминаю, так как это производство, могу заказать, собственно говоря, любой размер. 6 500 стоит именно этот набор. Почему? Ну, 25,7 грамма. Будет больше, ну, может, на 500 рублей больше будет стоить. Ну, примерно в этих пределах. Вот 6 500 стоит этот набор. Так, не показала с обратной стороны вот выработку сережечек. Вот такой очень изысканный набор. Очень объемный, изысканный. И вот так он здорово смотрится. Следующий набор у нас из
сердоликом, простите. Вот такой просто роскошный комплект. Полная его масса 41,64 грамма, 18,5 размер колечка, 24,7 вес двух серёг, по 12 грамм на ушко. Стоимость набора 10 850 рублей. 10 850. Покажу набор с обратной стороны. Смотрите, вот проработан каждый миллиметр. Вот так. Вот такое кольцо. Даже посмотрите, с обратной стороны шинки все проработано. 10 850 рублей стоит этот набор. Вот так. Ну, для этого тоже комплекта Надюшка немножко молодая, скажем, но роскошнейший комплект. Хочу вам сказать, что в среду видео выкладывать не буду, потому что очень много заказов по этим изделиям. И будем разбираться все вместе тут дружно с заказами. Итак, поехали дальше. Комплект с моховым агатом 49,5 грамм. Комплект фантастический, очень объемный. Вот скульптурная композиция, 18 размер колечка и почти 30 грамм серьги, по 15 грамм на ушко. Покажу с обратной стороны, как выработаны серьги. Ну, красота вообще невероятная. Стоимость комплекта 12 400 рублей. Вот так у нас все происходит. Шикарнейшие серьги, нереальные. Вот просто нереальные. Но, естественно, не на каждый день, потому как 15 грамм почти на ушко получается. Но комплект, конечно, убойный. Хочу вам показать, как выглядит колечко с обратной стороны. Вот оно, безразмерное, и можно его вот до 19-го смело вот так растянуть. Красота вообще нереальная. Даже говорить ничего не хочется. Вот такая проработка. Двенадцать тысяч 400 рублей стоит эта фантастика. Следующий комплект. Вот такой лабрадор. Лабрадор желтый. Лабрадор вот отсюда синеньким играет. Так, где-то я тут видела. И вот такое колечко. Вот так.
18,5 размер колечка, 43,4 грамма вес. Так, вот он, вот, вот такая игра. Смотрите. И вот тут еще синенькое я видела. Вот он, вот, вот синенький, смотрите, еще вот так по-другому синенький играет. Вот, ну а колечко, колечко уже вот такого цвета. 28,3 грамма вес двух сережечек. Серьги. Лабрадор натуральный, смотрите, без подложки, абсолютно все камни без подложки. Стоимость набора 10 850 рублей. 10 850. Красота невероятная. Красота. Фантастический комплект. Сказка. Так, а вот колечко. Надюш, ручкой пошевели, чтобы колечко поиграло. Вот оно, вот. И колечко играет. Вот она, из стороны в сторону. И сережечки видны. Вот так. Хочу вам показать обратную сторону колечка. Вот остановиться на его выработке. Смотрите, колечко статичное. Вот. И вот такая работа. Вот. Так, на ручке. Конечно, вот аккуратность и с обратной стороны. Смотрите, проработка с обратной стороны. Итак, последний наборчик в нашем показе. Вот такой роскошный родонит. 36,5 грамм вес всего набора. 18,5 грамм вес кольца. 20, ну почти 20 грамм вес сережечек. Давайте сразу покажу колечко. Вот такая выработка. Вы знаете, очень похожа на... Вот комплект с сердоликом. Вот такое ощущение, что один мастер его делал. Стоимость комплекта 11 300 рублей. 11 300 рублей. Давайте посмотрим. Вот такой набор с родонитом. Вот так. Ну что, на этом я хочу закончить наш сегодняшний показ. С вами были Татьяна, Надюшка и Русланчик нам помогал. Всего вам самого доброго. Надюш, ну улыбнись. Ну улыбнись, улыбнись. Ну, красавица наша. Ну улыбнись немножко. Нет. Надюша на работе, она себе не позволяет улыбку. Всего вам самого-самого доброго. Будьте здоровы!